Всем доброе время суток, кто смотрит этот ролик. Я Николай Чувикин из Липецка, России. Записываю этот ролик в знак благодарности гипнотерапевту, регрессологу Ларисе Чабан из Израиля. Вот, я к ней обратился за помощью с запросом проработать мои отношения, конфликтные, да, вот, местами даже ужасные, вот, и финансы. Дело в том, что я хоть и зарабатывал буквально несколько лет назад серьезные деньги, даже и больше 10 тысяч долларов в месяц, сейчас нахожусь в долгах и занимаюсь низкопробной деятельностью. Вот, и во время регрессии, огромное спасибо Ларисе, кстати, так глубоко в регрессию в первый раз, в общем-то, погрузила меня именно она. Вот, мы проработали и моего внутреннего ребенка. Вот. Я осознал то, что мне надо в первую очередь ставить во внимание свои собственные интересы, свои собственные желания, то есть быть центром для себя, самым главным, а делиться уже по остаточному принципу, если хочу, со всеми теми, кто мне дорог. Вот. Я там и плакал, и впервые сегодня себя на руках держал, себя новорожденного, которому один день от роду. Вот. Я ощутил психотравмы, которые совершали со мной, прям вот в инфантильном возрасте, да, в самом раннем. То есть и пеленали, и утробные какие-то травмы. То есть вот так глубоко, так детально, конечно, у меня такого опыта не было. Огромное спасибо Ларисе и всем, кто хочет проработать свои какие-то психотравмы. Вот, очень рекомендую, потому что человек занимается своим делом, очень большой профессионал. Еще раз спасибо Ларисе, ну и тем, кто занимается исправлением своей жизни. Делайте шаги себе навстречу, для того, чтобы жизнь, мир, Бог вам делал 10 навстречу. Всем успехов, пока.